В Магнитогорском центре коррекции зрения успешно введен в работу эксимер-лазер, аналогов которому нет в России. Да и в мире эта технология по оперированию роговицы глаза пока самая современная. Леночка, я вот смотрю на ваш перебинтованный глаз, мне хочется плакать, настолько мне вас так жалко. А вам? Мне не хочется, я даже рада. Чему рада? Ну, что буду с нормальным зрением. После операции прошло всего 2 минуты, наверное, больно? Нет, нисколько не больно. Что, во время операции? Нет, не больно, только волнение небольшое. Эксимер Лазер – собственность фирмы «Мединвест», директор Владислав Михайлович Феронов. И куплен за 750 тысяч долларов в Японии. Операция представляет собой процесс испарения поверхностного слоя роговицы и изменения ее кривизны, вследствие чего полностью устраняются близорукость и близорукий астигматизм. За 300 долларов в течение 2 часов здесь проводится полное обследование глаза, диагностика и сама операция, если можно так назвать, двухминутный процесс воздействия лазера на роговицу. Магнитогорских специалистов, а в центре сейчас заняты главный окулист города Ирина Алексеевна Дорошкина, врачи Мария Вячеславовна Заруцкая, Дмитрий Владиславович Феронов, сейчас консультирует госпожа Вандеркваст из знаменитого госпиталя Святой Софии, столицы Швеции. Это крупнейший в Европе специалист, которая подготовила около 600 врачей-окулистов и провела более 8 тысяч операций на глазах. Применением лазеров всех поколений она занимается с 89 года. Я не знакома с вашей системой общего образования и медицинской подготовки, но то, что я видела здесь, я могу сказать, что доктора прекрасно подготовлены, у них хорошо поставлена хирургия, было очень легко научить их. Я сейчас могу сказать, что они достаточно знакомы с этой технологией, чтобы работать на аппаратуре. Доктора обучались в Лондоне. А остальные? Основной персонал, например, вы, Дима. Я был непосредственно на Найдаке, город Гамагори, Япония. 2 недели у нас были курсы непосредственно по наладке и поддержке этой машины. Значит, для вас секретов нет? Здесь нет.